Саябазы в небо самолеты смыли. Су-25 российские грачи. Задачу боевую пилоты получили и небеса с собой пронзили, как мечи. Облет района в паре впервой, ведущий и ведомый наблюдение ведут. Синхронный в небе держат они строй, внизу Идли, над ним проходит их маршрут. А на земле среди камней враги под черными знаменами собрались террористы. Следят они, как русские штурмовики, летят над склонами скалистыми. Ведомый сзади прикрывает, как всегда, внимательно следя повсюду. Вдруг вспышку яркую заметило в горах, поняв, что террористы атакуют. Ведомый крикнул: «Командир, ракета! Тангаж, тангаж, работа по тебе!» Внизу боевиков увидел черных силуэты, и новый выстрел снова на земле. В меня попали, правый двигатель горит, окаменел предательский штурвал. В эфире командир спокойно говорит: ну вот теперь и левый встал. Отдав команду скрыться в облаках, ведомому он приказал уйти на базу. От перегрузки кровь стучит уже в висках, и дернул ручку катапульты до отказа. Раскрылся купол, и пилот завис, снижаясь, вглядываясь в землю. Боевики, крича от радости, неслись, о чем пилот, спускаясь, думал перед смертью. И вспомнил летчик свой родной Воронеж, родителей, друзей и школьные года, и службу в дальнем том приморском гарнизоне. Роман Филиппов не был трусом никогда. Вот и сейчас Роман, спускаясь в рощу, боевиков, бегущих по зеленке, наблюдал, прощаясь мысленно с женой и дочкой. Фраг летчика внизу уж ожидал. Ведомый видел парашюта купол и место, где Роман упал, там залп по приближающейся группе. Координаты он на базу передал. Не мог ведомый бросить командира, он до конца боевиков уничтал и без ракет атаки имитировал. Спускался ниже и как будто бы стрелял. Лишь только когда лампочка зажглась, оповещая о режиме аварийном, ведома машина на базу понеслась, чтоб успеть вернуться снова к командиру. А на земле Роман голубой с боевиками, те, окружив его, пытались взять в кольцо. Шли на него они голодными волками, уже мечтая, как пленят одни его. И расстреляв обоим, Рома понял, что это в его жизни главный бой.
гранату он сажал в своей ладони. Не сдастся в плен врага герой. И окружив пилота, террористы ликовали, а летчики поближе подпускал. Взглянув на небо, голубые дали, романчику с гранаты медленно сорвал. Расшал ладонь Роман и закричал: «Это вам за пацанов!» И взрыв над рощей прозвучал. Пилот шагнул в бессмертие отцов, и, глядя смерти в черные зрачки, Роман Филиппов поступил геройски. Живым не взяли летчика боевики. Герой России до конца остался стойким. Герой России до конца остался стойким. Живым не взяли летчика боевики. Герой России до конца остался стойким.